Сгоревшее здание ТЮЗа планируется отремонтировать до конца этого года. Дату 19 декабря назвали ответственные за ремонт подрядчики. Губернатор Валерий Радаев приехал лично оценить темпы и качество реконструкции исторического здания. По словам рабочих, сейчас они пытаются решить проблему грунтовых вод под фундаментом. Глава региона остался недоволен скоростью, с которой ведутся восстановительные работы, и настаивает, чтобы они продолжались круглосуточно. Вы расслабились, вы не умеете в таких условиях организовать работу. Так не работает сегодня в Саратовской области, имейте в виду. Вы москвичи же или кто? Да. Москвичи, поэтому Саратовская область так не работает. Понятно. Я вас убедительно прошу, войдите в ритм жизни Саратовской области. У нас нет ТЮЗа, а он нам необходим.